Всем доброго времени суток, друзья. Вот у нас в Ижевске, в Удмуртии, сколько сейчас время? 6:30? 17:34. И я сейчас... У нас такой дождик на улице, кстати, да, вообще идет. Прям, ну это, конечно, ну кто-то грустит под этот дождик. Вот какая погода у вас? Какое настроение? Под дождик такое, да, не очень бывает. Но на самом деле, вот я прям смотрю, да, зато, как? 4 градуса показывает на улице. Вот, зато все-таки это же весна, и я прям вижу, как вот, как снег, прям снег вот он тает под этот дождик, вот именно, да, именно дождик он дает, как бы, тает. И знаете, вот, как будто, давайте, знаете, как будем смотреть на это? Как будто бы смываем всю грязь, действительно, она смывается. И вот пусть будет у нас все клево, классно, прям так радужно, да, и все, что было, там, возможно, что-то непонятное, неизвестное, у всех какие-то вопросы в жизни бывают. И вот пусть каждый найдет ответы на свои вопросы. Вот. Поэтому вот очень хочется, конечно, чтобы четко-четко знать, понимать, куда идти дальше, с кем идти дальше. Ну, потому что у меня есть планы в жизни, и вот сейчас я как раз и начну их реализовывать. Вот, поэтому для меня это важно. Ну, вообще для любого человека, я считаю, что это важно вообще определиться по жизни, с кем ты, куда ты, для чего. Какие цели, какие мысли в жизни. И вот поэтому, да, это важно. Ну вот я сейчас скоро буду подъезжать в офис. И, значит, сейчас я еду за заказом моей любимой, одной из моей любимой клиентки, VIP-клиенты у меня есть такие, да? Вот, заберу заказ и поеду к ней. Кстати, 8 марта уже прошло, ну вот я до сих пор дарю подарки, это так клево, на самом деле, так круто дарить подарки, прям так полюбила это, вот, такой вот подарочек у меня есть. Ну, сейчас, наверное, не получится, конечно, его раскрыть, показать. Так я его долго хранила, держала, все думала, кому же он у меня уйдет, когда же я его в конце концов подарю. Вот наступило то самое время. Вот, я знаю, что... Лилия, она ездит, ну, довольно-таки, достаточно уже много лет общаемся. Она у меня, ну, клиентка, VIP-клиент. Вот, и я знаю, что они ездят на отдых куда-то, и вот именно вот такая штучка ей очень-очень даже пригодится. Вот, я бы ее, конечно, показала, но я в офисе покажу, вот, я что сделаю. Вот. И Лилия — это тот человек, которая хочет быть красивой, здоровой, бодрой, энергичной, также на долгие годы, так же, как и я, конечно же. Вот. И поэтому сейчас мы подъезжаем, значит, за заказом, я его заберу. В этом заказе находится средство ухода за кожей лица, которое мне очень нравится, и ей тоже. Вот. Поэтому... Ну, я думаю, что следующий сейчас видео. А вот сюда налево надо было повернуть. А, у вас навигатор показал туда, да? Алло. Через 300 метров на светофоре. До сколько работает? До 7, да? Так что вот так вот, а такие завтра? Дела. Прям такой дождик идет. Радует, что весна. Хоть и серо так, конечно, на улице, но все-таки весна. Хорошо, ладно. И это очень круто. Вот, так сегодня, конечно, очень так достаточно дела наметила себе, нужно успеть много куда. Вот, ну все, я сейчас приеду в офис, и я покажу тогда, покажу подарочек. Его раскрою, покажу. И, ну а сам заказ мы, наверное, покажем уже в офисе у Лили, когда я к ней приеду. Это будет совсем скоро. Так, ну все. Пока-пока, до следующих видео, друзья мои. Люблю вас. С вами Алена Морозова. Немножко по-другому поехали, да? Я что-то обычно не объясняю.
как ехать. И обычно поворачивают налево, тут навигатор у вас неправильный. На односторонней дорогу показывает, там наверху же односторонняя дорога. Так, ну все. Не выключила, оказывается.